Друзья, всем привет! Это «Кулинария для мужчин» и Алексей Пестов. Сегодня мы будем с вами готовить очень интересный салат из рукколы, помидоров черри и пармезана. Готовится буквально за 5 минут, получается очень вкусно. Но давайте по всем по порядку, начнем с продуктов, из которых мы будем готовить. Нам понадобится 125 грамм салата рукколы, 200 грамм помидоров черри, 2 зубчика чеснока, 100 грамм пармезана, оливковое масло, черный перец, соль и итальянские травы. Можно вместо итальянских использовать прованские. Сначала заправка. Отрежем кусок, наверное, грамм 30 пармезана. И натрем его на мелкой терке. Он у нас пойдет в заправку. Переместим натертый пармезан в глубокую миску, выдавим 2 зубчика чеснока. Добавим примерно 1 чайную ложку итальянских или прованских трав, черный свежемолотый перец. Зальем все оливковым маслом. Где-то миллилитров, наверное, 80. И все хорошо перемешаем. Уберем заправку в сторону минут на 10. Подготовим помидоры черри. У меня крупные помидоры, поэтому я нарежу их, те, что покрупнее, на 4 части, ну а те, что поменьше, достаточно пополам. Нарежем сыр пармезан. Для этого мы будем использовать лущерезку, хотя можно и ножом при должной степени сноровки. Просто так получается ровнее и тоньше. Ну, нарезаем аналогичным образом весь пармезан. Видите, он какой получился тонкий, почти полупрозрачный. Пармезан нарезали, переместим его на отдельное блюдце. Рукколу отправим в глубокую миску. Заправим листья рукколы нашей заправкой. Маленько оставим. И теперь все хорошенько перемешаем, стараясь, чтобы не подавить листья. Отправим нарезанные помидоры черри. Все, теперь можно сразу формировать салат к подаче. Выкладываем листья рукколы с томатами на блюдо. И украшаем все нарезанными дольками или пластиками пармезана. Он получился у нас вот такой воздушный. Надеюсь, очень вкусный. Сверху польем главным образом пармезан оливковым маслом. Все, друзья, наш салат из рукколы, помидоров черри готов. И теперь его сразу нужно подавать к столу. Как я и обещал,
салат мы приготовили буквально за 5 минут, если не принимать, конечно, во внимание заправку, которой желательно постоять не менее 10 минут. А так, в принципе, как вы могли убедиться, все очень быстро и просто. Давайте попробуем, что у нас получилось. У нас получилась такая гора. Почему его необходимо подавать сразу? Потому что листья пока свежие. Это все, как сказать, в этом фишка салата. То есть он делается сразу перед подачей. Пробуем. Руккола, салат и так довольно-таки пряный и ароматный. А с сочетанием с чесноком, этими итальянскими травами, оливковым маслом, аромат, друзья, очень интересный и очень такой замечательный. Ну, разумеется, этот салат понравится тем, кто рукколу любит. Кто рукколу не любит, лучше даже его не делайте. Вам руккола в нем не понравится. Ну, а на мой взгляд и вкус, замечательное блюдо. Рекомендую всем попробовать его приготовить. Если вам рецепт понравился, ставим лайки, подписываемся на мой канал, жмем вот этот вот колокольчик, чтобы быть в курсе обновлений канала. Ну, а всем желаю приятного аппетита, друзья. Всем пока.